Результат обыска подтвердил имеющуюся информацию. Оперативники обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в них находится более килограмма марихуаны, уже высушенной и готовой к употреблению. Наркополицейские также осмотрели прилегающий садовый участок. Среди деревьев оперативники обнаружили два ящика с растениями каннабиса, выращенными в домашних условиях. 37 растений конопли в пластиковых стаканчиках были подготовлены к высадке в открытый грунт. Сочинец задержан, ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных уголовными статьями: незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и незаконное хранение наркотика. Сочинская наркополиция напоминает об уголовной и административной ответственности за умышленное выращивание наркосодержащих растений, а также о необходимости землепользователям уничтожать дикорастущие растения конопли и мака на своих участках. О всех фактах незаконного культивирования, хранения и сбыта наркотических веществ можно сообщить сочинскую наркополицию по телефону доверия 254 47 19.